Это, скорее всего, третий этаж. Возможно, да. Захожу в центр. Я тоже. Если он прыгал, мог запрыгивать либо в туалеты. Не слышал битый кафель, когда он ходил? Нет, не слышал. Нет? Это либо туалет, либо предпоследняя комната, на кровать он мог запрыгнуть. Там больше некуда прыгать, потому что... Металл. Это я. Вот опять прыгает. Он, скорее всего, в туалете. В туалете? Я захожу. Он, скорее всего, на третьем. Он вколол себя шприц, да, он на третьем. Заходи ко мне на третий, я в центре стою третьего этажа. Идем, идем. Стой, стой, стой. Сейчас будет прыгать в окно. Он упал, он спрыгнул, он спрыгнул. Бегает на сломанных ногах вдоль здания. Да, я слышу. Он по железке поднялся. Нет. Поднялся? Не понимаю, он где-то меня стоит, чекает. А я тоже ноги сломал. Я тоже ноги сломал, я тоже на улице. Ты на улице? Да, я на улице, я со стороны палаток. Да, я тоже здесь. Блять, он что, зашел внутрь, серьезно? Да, походу. Блять. Дал хаев, сейф. Дам еще хай на кухню. Да, он второго этажа. Чего так и бум за ним бегает? Где-то на втором он сидит в пристройке. Какой-то из комнат, я уверен в этом. Ой, надо заходить. Так, дам ГП. И заходим. Давай, заходи, заходи, заходи. Тут чисто. Отойди, 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 отойди. Норм. Вон без патров, у него вал. С этого говна меня не убьет. Маленький уровень, поэтому прячется. Тетивишник. 65 уровень. Куртка Adidas. Новичок, короче. Так, а что там с вопросом-то было? Последнее время... А, бегут двое от мусорки, двух их в нашу сторону. Слышу. Заходит внутрь. Боты, что ли? Скорее всего, боты, да. Чевыки, чевыки! Тихо, 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 тихо. Все, спрячься. Не вижу. Это мое, 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 мое. Убил второго. Это чевыки? Чевыки, да. Бля, как он выжил, он сюда ГПХ попал. Ну блин, конечно. Фиг знает. Конечно, должно было ранить его, если не убить. А чё за жесть? Чё я бегаю как оператор? Только трупы бегаю, снимаю. Не стараешься, получается. О нет, четвертый уровень. И еще четвертый уровень. Вангелина. Ай-яй-яй. Че это? Слышишь? Бежит. С магазина. Чевок. Убил. Бегите своим фонарем. Снайпер по кому-то стреляет. Кто-то еще рядом.
Он подходит. Тихо. Прошел? Да-да-да. Убил. Там двое? Двое? Один же был. Он сразу пикнул? Да. Это типичный мув. Они пробегают, а потом сразу репикают. Сайга. И вот народ, блин. Так, получается, ты уже убил пятерых, да? Охрена узнает. Так, МЦХ тебе нужен? Нет, не надо. Не заслужил. У меня просто не влезет ничего это никуда. Дамы и господа, ведем прямой репортаж из общак, где происходит... А почему? Не понял. А, вот. Не понял, где мой рюкзак? Где-то в кустах ищи его, иди. Нашел? Спирт это мы берем. Так, блин, вот этот рейд, кстати, неплохой получился с Граником-то. Правда, Граник не задействовал, но настрелял типов. Можно будет вот этот в ролик поставить фрагмент. Особенно вот этот странный. Декото ТВ. Ну-ка, есть такой вообще чел, нет? Декото ТВ. Есть такой, представляете? Правда, он не стримит сейчас. Это живо, это наша... Это запрыгивает один у меня. Первый этаж? Да, запрыгнул уже, гад. Понял. Да вот, вот. Господи, бот. Ты там по улице бегаешь? Да, он уже внутри, он запрыгнул. Да-да, я знаю. Не вижу его. На первом стоит. Светит лазером. Куда светит? Тебе? Он в конце, по-моему, комнаты стоит. В конце пристройки. Где неоткрываемая дверь или где выход через стекло? Где выход через стекло? Я не знаю, он в крайнюю комнату запрыгнул. Да-да, я понимаю, что в крайнюю. И вот он как раз в коридоре стоит. Скорее всего, в туалете. У меня стоит, контролит коридор. Кто прыгает? Я прыгал. Он меня контролит. За столбиком, там столбик такой, знаешь, в конце коридора есть. Не убил? Не слышно было? Не знаю, не стоны. Нет. Я запрыгнул тоже в комнату. Что-то не вижу там его. Давай на раз, два, три выходим. Из Давай. Комнаты, я с коридора. Раз, Давай. Два, три. Раз, два, три. Подавляю, просто подавляю. Он мертвый. Угу. Убил. Первый. Тоже TTV. Багари будешь брать? Ха, скажу. Вот. Берешь Багари? Да я рюкзак брось. Ну, оставь. Привет. Спускаюсь на первый. Ты, да? Нет. А что за кусты были? Не знаю, не слышал. Бегает с главного. Не с главного. Запрыгивают опять форточку, походу. Я железо слышал. Несколько. Граната тут! Да ёп. Я на красный запрыгнул. Убей. Нормально. Одного взорвал. Отлично. Второй где-то уже на втором вроде как был. Аккуратно. На втором? Но он по металлу уже топал.
Либо он передумал забираться, я не знаю. Ты сейчас бегаешь? Прыгаешь? Я на третьем, да. Он, подожди, ты сам где? На первом, пристроил. Убил? Убил, да. Я слышал двоих все это время. Да, вижу, жулика лежит. Ой, ой. Бэмбики. А тут было трое. А ты твоих взорвал? Да, ГПшкой. Так. Ты бегаешь сейчас? Да, я на третьем. Двоих ГПшкой подорвал, найс. Тут молочник тут какой-то пришел, веселый, бля. Три пакета молока. Блять, бот заспавнился. Какого-то такого себе убил, по-моему. Меня убили. На шаухе сидит. Понял. Ты уже в центре был коридора где-то? Да, рядом с кухней. Гранату достает. А чего ты взял, что я здесь есть, чел? А, 16 кд. 570. Белого. На префайре. Читак, да, был, по-моему? Не знаю. Чего-то он взял, что я здесь сижу. Я вообще не шевелился. Я, блин, чат читал. 1000 часов. 15 кд? 17 почти. Хера себе. Причем он тебя с чего-то тапающего убил. С Ксюхи на БП. Там Ксюха почти дефолтная. А, да, реально Ксюха. Так, ну вот этот надо жетончик взять. Сейчас хочу посмотреть его профиль. Интересно. Там белый. Все, выхожу. Хороший рейд пойдет. Он тебя раскинул? Так, я не страховался. Бля, чё ж ты не сказал? Я спросил, что с тобой делать? Я бы тебя мог вынести, блин. Да, нормально. Я как-то не страховался. Бля, ты даешь, конечно. Да, троих с ГПхи. Найс. Сейчас профиль того типа поглядим. Откуда там 15 кд взялось с таким геймплеем. Ну-ка, где он? Интересно, интересно. Тьфу, реально. Так у него 21 кд. А, он уже 21. Вот там, где персонаж стоит, в уголочке написано кд. И оно там 21. Ну ты какой-то кибератлет. Кибератлет, да. С белым ником, как обычно. Который подошел ко мне и в упор хотел мне гранату кинуть, блять. Да. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.